Привет, друзья! Красный пианист получился вовсе не красный пианист. И как мне сказала Наташа Кузьмина, когда я показал ей перед тем, как сделать запись, он у тебя как сфинкс. Я говорю, может быть, он торжественную музыку играет. Такую вот важную. Я хочу попросить вас, напишите, пожалуйста, закончен он уже или не закончен? А почему он получился не красный, а был в какой-то момент красный пианист? Как говорил мой друг Саша Ано, художник, и который в свое время выпускал в издательстве, которым он занимался, изограф, терроризм – это должен знать каждый, и там были мои советы, как приводить себя в порядок после каких-то травм психических и так далее. Вот он говорил такую интересную вещь, что есть художники, которые рисуют как могут, а есть рисуют как хотят. Вот я пока как могу, хотя я рисую столько лет, и поэтому у меня то красный получается, то не красный получается, я ищу гармонию. Если бы я сразу мог выразить то, что я хочу, и не искал пути к этому, не перебирал краски, не искал там, вместе с вами не советовался, не создавал вот этот, прямо могу сказать, почти шедевр, потому что, видите, тут ручки прямо как клавиши, тут как вселенная, он прямо над этим, да, я так вижу. И вот я хочу в следующем ролике, а вы сейчас напишите свои комменты, остановиться нам или взять, писать другую картину. Я уже начал, честно говоря, другую картину, за совсем в другом стиле, совсем другой образ. Ну, что вы хотите? Это тоже будет урок коллективного разума, потому что мы же тут репетируем, тренируемся, как вместе сотрудничать, чтобы потом сделать мозговой штурм, чтобы решать вместе насущные проблемы человека и человечества. Это очень важно. Это уроки такие у нас, несколько уроков коллективного разума. Сотрудничество такого. Пишите комменты, задавайте вопросы, потому что я в следующем ролике хочу сказать, чем же все-таки мужчины отличаются от женщин. Хотя, конечно, они прекрасные, мужчины и женщины, особенно женщины, тут вообще спору нету. Но все же, чем же отличается? И что мешает человеку видеть мир объективнее? Я хочу это сказать в следующих роликах. Это будет очень полезно для всех, для нас. Да. До встречи, друзья.